Эй, так, всем привет. Ну чё, партизаны, продолжаем. Вот. Мод на сталтер мы там почти прошли. Так, Слушаю. вспомнить бы тут, где тут чё. Мы, по-моему, хотели выхлестнуть там, вражин, скажем так. Давай аккуратненько тут пройдем вдоль кустиков, вдоль лесочков. Эту миссию мы почти уже закончили. Просто хочется уже, как говорится, всех взять. Поделать, попрятаться. Один, но этот, скорее всего, нам опасность не представляет. Два, три, короче. Трое, да? Ну, давай ты это. Подожди. Так, ну у нас этот палит. Скорее всего, его придется где-то здесь обходить. Где-то вот отсюда выхлестывать. Даже Поднимет тревогу. скорее всего, с этого куста. Сюда бы роту пулеметную. Так, второй. Встанешь на прикрытие. Просто поближе. Ну и Саня. Саня останется с нами. Так, Не ты. торопимся. Давай. Подберу его тихо. Пока не спалили нас. Давай вот этот куст его. Скидывай. Бери ножик с него. Я верно пик. Ага. Сейвик. Так, сорян, отвлекли меня немного. Так, ну чё. Давай тогда пойдешь с этой стороны как-нибудь по-тихому. Ага. Вот сюда в кустике. А что если мы... Подожди, а в здании же никого нету? Не, смотри, какой-то жмых ходит. Так, ну с этим жмыхом будет уже посложнее Чтобы справиться. сидеть и в прятки играть. Ну... Да как так-то? Да, все нормально, не переживай. Займешь позицию сейчас повыгоднее. Есть какое боевое сражение? Да, Санек. Хочу быть полезным. Будешь, будешь. Ты насчет этого не переживай. Так, ну у тебя ж винтовка. Я не знаю, давай сохранюсь и давай как-нибудь, может, отсюда. Тебя что-то не видно, я надеюсь. Блин. Ладно, молодой, сиди, короче, там. Не торопимся. Че, может того одиночного сначала снять, который сидит, он отдыхает. Чтоб он в ненужный момент не прибежал бы. Так, а как бы тебя тут снять так? Где этот, который ходит там кругами? Слушай, а у тебя ножа нет уже никакого? Ножа у него нету, к сожалению. Блин, тут перестрелку только что, наверное, устраивать. Давай быстро, быстро, быстро его воруем. Бегом, роняя, блин. Не его, конечно. Так. А что здесь за камни такие лежат интересные? Ну, фигня, может, какая. Здесь.
Это камни с камнями, короче, я понял. Я забайтился. Давай сейф. Минус один, как говорится, у нас. Осторожно. Ну слушай, короче, вот этого можно будет там снять. Он просто присел посмотреть на дрова, или что он там. Все, давай, с этой стороны обойду. Сниму его. Он здесь просто так прислоняется к этому месту. И тут, короче, грех. С ним ничего не сделать. Если что, в принципе, мы тут должны перестрелять. Все, давай. Отдыхай. Я не знаю, почему этот не заячий. Да ни хрена ты не слышал, не выдумывай. Все, скидываю. Так, ой. Не на то нажал немного, извиняюсь. Вот это. Опять в разведвзводе. Какие-то листочки, травки у него там. Ну, приятель. Ну ты понял, да, что тебя ждет? Я думаю, даже тело уже маскировать смысла нету. В принципе. Ну давай вот так вот. Солдат, бля, тебя не забудет. Все, готовы. Пацаны, выходим, короче. Так, не-не-не. Скинь это тело, пожалуйста. Давайте все сюда подбежим. Я сейчас сохранюсь. Просто интересно, что он скажет, что он сделает. Так. Давай-ка. Ой. Так. Действуем. А как с тобой поговорить? Вы что, партизаны? Ага. Они самые. Пришли вот на танк поглазеть. Вокруг него фашисты вьются, как мухи. Ну, это понятно. Да справимся. Уже справились. Не в оружии, а в умении. Тьфу ты, молодость. Вот что. У болота за оградой есть схрон. У болота за оградой. Припрятал. Нашел его на поле боя, а использовать не решился. Так пусть он вам службу сослужит. У болота за оградой. Вперед. Ах, автомат, говоришь, да? Да. Давай сначала здесь все осмотрю. Назначение необходимо для выполнения поставленных перед вами задач. Они обозначаются восклицательным знаком в левом нижнем углу иконки предмета. Окей. А, слушай, я бы хотел сейчас немного вещи перераспределить. Так, ага. Так, твои патроны держи тебе. Даже вот так. Это тебе. Камни тоже можешь потаскать. О, слушай, подожди, это взрывчатка. Нам, походу, ее и надо было взять. Типа, мало ли там танк этот взорвать. Так. На, тебе хил дополнительный. Так, ну вроде как-то распределил, окей. Давайте, пацаны, здесь еще все осмотрим. Так, и нам еще надо у болота. Что за книга? Это все. Спутник партизана. Окей, глянем. Спутник партизана. Давай бочку осмотри. Жду приказа. ПЖ. Все это припасы, все это нам надо. Так, он говорил там у болота за оградой, да? Кстати, подожди. Красная зона. Типа, возможно, можно было как-то эту машину, типа, дотронуться до нее, она съехала. Ха, интересно. Да. Ну, вроде так, справились. Все, вроде все, смотрели.
Так, у болота за оградой. У болота за оградой. А где есть болото? Так, ну давай ограду. Ну, в принципе, вот болото. Ну, давай, там гляну. Здесь собака на нас тинется или не тинется? Эй, Бобик. Хороший песик. Хороший песик. Так, ну давай осматривать, я не знаю, болото за оградой. Может, конечно, по самому болоту тут пробежаться. Ну, где автомат? Тут сейчас Alt нажимаю. А, вот, скорее всего, тут. Так, кто у нас там автоматчиком хотел быть? Не, подожди. Ну, блин, ладно, потом если что, по стелам раскидаем, просто у кого место есть. Угу. Давай, слушай, неплохо. Все, короче, давайте надо эту миссию уже завершать. Идем, короче, к танку. Не знаю, сейчас угоним его, подорвем. Что я что-то, блин, все это осматривал уже, да? Просто, по-моему, вещи, места, которые осмотрены, они уже не подсвечиваются. Слушай, нет. Если я осматривал, то не все. Так, быстренько так с альтом. Следуем плану. Хочется просто, знаешь, так прям взять так, так и на 100%, короче, миссию завершить. Игра это неспешная, по идее, должна быть такая, ну, типа, партизаны, там, каждое действие должно быть выверено. Вот и мы сейчас подлутаемся, залутаемся. Просто вроде как, по-моему, я осматривал этот ящик. Не зевать. О, смотри, патроны дробовые. Все. Альт. Все, 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 все осмотрено. Идем к танку уже. Окончательно и бесповоротно. Пацаны. Я бы тебе тоже, мужик, рекомендовал бы отбежать. Окей, отлично. Что, миссия выполнена? А, на выход? Да, на выход. Мы, кстати, могли бы и стырить танк. Почему бы и нет? А хрен ему было подрывать. Если уже так. Мы тут вычистили все. Хотя, он, слушай, он, наверное, не на ходу был, они что, мы его ремонтировать были. Типа, сейчас остановиться, самим ремонтировать. Видишь, что хотите завершить задание? Да. 21-21. 42 минуты задания проходили. Здорово жахнуло. Ага. Только я все равно не понимаю, нафига нам понадобилось взрывать этот танк? У фрицев их тысячи. Это им как комариный укус. Почему не взорвать сразу мост? Ишь, какой быстрый. А заминировать опоры ты сможешь? И потом... Немцам, может, это и комариный укус, но несколько десятков жизней товарищей на фронте спасет. Большое, Санек, начинается с малого. Угу. Набирайся опыта, а там и до моста дело дойдет. Правильно говорит. Не так. Понимаю, почему местные не сражаются? Их же больше, чем фрицев. Если каждый убьет по фашисту, их вообще не останется. Это верно. Но наш враг гораздо лучше организован и способен на любую жестокость. Людям кажется, что бороться нет смысла. Но ничего, мы покажем им, что это не так. Так, ну давай, подожди, сводка. Ну, сводок нету, подожди, все задачи, строительство. Мастерская, но нам, короче, этих суплаев не хватит, да? Мастерскую. Собирательство, рельсовая война. Под надзором, если ударим внезапно, в
Порвем планы оккупантов и освободим наших. Окей. Ну давай кого-нибудь вот так назначить. Ага. Ну слушай, надо всех тогда назначать. И то, короче, шанс 85%. Подожди, а я хочу качнуть. Склад, хозяйство, вылазки. Ну как тебя качнуть, приятель, подожди. П, нет. Как-то выбрать медицинская палата. Ну лечить нам вроде пока. Ну если только подожди твои дебафы. Можно вылечить травмы. Давай, короче. Вылечу твои травмы. И твои травмы тоже вылечим. Ага. Так, и получается у нас только один Зорин, которого, скорее всего, надо отправлять на собирательство. Получается так. Пособираешь там немного еды. Подожди, собирательство либо рыбалку. Ну ладно, с едой вроде должно быть все хорошо. А вот левел. Хм, что бы тебе дать? Он... Увеличит скорость переноски трупов. Вот на самом деле вот это вот тоже неплохой навык. Вместимость вещмешка. Не, слушай, давай-ка ты это побыстрее будешь тягать там немного. Немножко тебе силы дадим. Так, ну чё, все распределили, да? Ты идешь на собирательство. Все, назначен. Давай. Наши пацаны там чуть подлечатся от своих контузий. Ну, смотрите, дебафов уже не висит там у них. Давай немножко переснастим. Санек, короче, держи. Держи, может, так. Угу. И тебе нужны, короче, патроны. Какие патроны тебе нужны? Так, Зорин. Я не знаю, это эти патроны, не эти. Давай просто гляну. Не, это тебе не эти патроны нужны. Ну да, что-то пока с МПшкой как это все жестко. Ладно, давай командиру дадим его патроны. Ну а ты, молодой, тогда, наверное, выложи автомат, возьми опять дробь. Так. Ну, вот, бери стак, там 24, я думаю, тебе точно этого, блин, там до конца войны хватит. Угу. Так, и чё, давай, короче, карту мне, хозяйство, трофеи, пропаганда. Трофеи? Пропаганда? Не? Рыбалка. Не, подожди своей рыбалкой. А, так. Вылазки. Либо трофеи, либо пропаганда. Давай за трофеями, потому что надо немного оснащаться. Вот, давай, чтобы прям 100%. Все, да, все это. Все пределы, все запланированы. Так, что у нас тут? Секретный ингредиент. Фашисты организовали принудительную работу по уборке оставшихся на полях урожая. Собранный хлеб собирается погрузить в эшелоны
и отправить на фронт. У нас недостаточно сил, чтобы завладеть продовольствием, можно его отравить. Ну, как вариант. Так. Можно мне на карту вернуться? Я хочу глянуть. Подожди, главный штаб. Ну, а чё ты не выбираешься? Главный штаб. Трофеи. В лесном массиве в квадрате 15 должен быть схрон, оставленный поступающей армией. Поищем. Можно поискать. В 15 квадрате, да, говоришь? Подожди. Ну, кстати, давай посмотрим, что у нас там, может, патроны какие надыбали. Так, ну если патроны и надыбали, то, короче, не свои патроны надыбали, да? А, смотри, я не сразу тебе туда назначены. Короче, пацаны, давайте, я предлагаю сейчас сохраниться. Вот так вот сохранить игру. И, короче, продолжим уже, наверное, в следующей серии. А с вами был Зазепа. Лайк, подписочка. Всем пока.